Ты стреляешь, словно терминатор, ты даже не моргаешь. GTA Online 26. Turn. У тебя руки из стены торчат. Ты палишься. Кого? В стеры. Да, я не могу. Было такое. S underscore EG 0R. Я отсюда живым не уйду уже все. Капец. А ты, по-моему, миссию все равно сможешь раздать, не? Если враг. Ну да, по идее смогу. Не работает же наоборот. Мы ж пробовали, вчера работает. Вчера пробовали, работало, да. Там же из списка друзей потом выбираешь, кого пригласить, и все. Да, кстати говоря. Может, не работает чисто у меня, когда я в пустой сессии. А когда ты в рабочей сессии, наверное, срабатывает. Главное, чтобы вы в мире были GTA Online. Именно не где-нибудь там лазили. То есть в мире были. Неважно, в одном, не в одном. В городе, так, короче. Я кому-то присоединился, походу. Сейчас я тоже загрузился. Блять. Сейчас карту не могу, я в гараже, блядь. Так, кто у меня есть? Карта. Вниз нажимаешь, там список всех людей. Ну, что-то, походу, у вас нету. А, не, у GTA Online вижу. 32-й левел. А я хуй никуда, ёпта. Только я и все. Странно. Один. Ладно, сейчас еще раз. Не надо, не надо. Останься. Я на миссию пойду и приглашу вас. Давай, давай. Нет, 14 человек всего. Нормально, сиди, не загружайся, а то вот бросит. Все, я на миссию гружусь. Сейчас приглашу. Там миссия для 4. Сложную тогда делаю, да? Угу. Да ну да, че, попробуем. Оля. Блять. Тачку въебался, сука. Что ты, блядь, поставил за свою машину, хуево, блядь. На тебе, сука. Так, ну, приглашение смотри. Какой-то левый чувак зашел. Во, приглашение есть все. Заходи. Выкинь его. Чувачка-то можно выкинуть. А как его выкинуть? Посмотреть информацию об игроках, а? Что-то да, посмотреть информацию, что-то там как-то. Он 86-й левел, может, он затащит? Да тут есть, я думаю, не требовательно, он 30-й уровень минимальный. Все, я его выгнал. Потом больше нам под ноги будет портить. Все, закупились? Да, Леран? Да, да, погнали. Отлично. Пиздец, 32 тысячи, чтобы купить еще оружие. Главное не курить. О! Мой. Дух... О, велосипед. Погнали. На велосипеде, что ли? Да нет, конечно. Хотя тут 800 метров, в принципе, рядышком. Блин, точно, на мой берег он стоит. Ну погнали, Эль. А, нет, скорее всего, я на твоём, а ты на моём. А, поехали, там видно будет. Какую-то тачку угнать с куревом. Давай, едем. Да? Есть на ком, кстати, какая-то прикольная игруха, демка. Там на велике есть. Катаешь, прикольно, реально, ну, типа маунтинбайк такого. Не-не-не, там прям чисто это, по горам, короче, херач. Проехал. А, да, видел. Ну, нас сейчас уже, я поэтому полагаю, здесь будут встречать. Пока что никого. Ой, да. Уже кого. Нихуя, патронов нет. Ну чё, воюем? Блять, нихуя себе. Думаю, чё такое, у меня патронов нет. Можно как вариант, вы на великах прикрываете, а я тачку гоняю. Там тачка? Ну грузовик нам с куревом тащить надо.
Так, один может уже, я так предполагаю, фуру, наверное, уже тащить. Да, нет. Да, ё-моё. Это умер? Было преждевременно. Кто умер, пытался за, руль пытался усесть. Это было опрометчиво. Блять, я сдох. Да. Это я забыл, да, что надо на жизни посмотреть. А у нас нет жизни, да? Ну ладно, погляжу. Ну где вы там? Фуру гонять можно. Все. Че, рядышком садишься? Да-да-да. 2 километра. Да, так аккуратненько, разведите. Лишь бы никто не преследовал. Сейчас будут. Вот они, красавелушки. Ё-моё. Фура загорелась. Раструляли. Короче, надо, наверное, все-таки, чтобы один прикрывал на машине сзади. Потому что задний это, прицеп мешал целиться, прицел был неактивным, когда я именно этого пытался стрелять. За голову GTA Online назначена награда $7000. Давай тебя убьем, деньги поделим. Так может с тыла зайти где-нибудь здесь? Вот слева, попробуй тебя слева. Оружие убрать так вот. Чисто случайно попал сюда. Блин, он еще и уползает, что ли? Они не просто его. Вот, вот, да, 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 да. Первый раз вижу такое. Да что такое, блин? Кушай. Ёбалось. Голову нахуй, темно. Кто сейчас меня попадает? Никого нет, меня попадают. Опять про меня бежит. А, сейчас меня убьет. Вот и все. Не, еще один там. Заходите в тачку, уезжайте. Свободно, джип тоже забирайте. Я сейчас пытаюсь что-нибудь на это найти, на улице. Да, там на улице. Блять, пусто. Это был я. Да ничего, ничего. А чё один там? Почему они там? Выходите. Джип. Ты нашел машину? Да. Езжайте, езжайте. Ух ты, блядь, меня расхуячивают. Так, одна есть. Блин, жизни нету вообще. Все. Ты сдох? Убили, да.
Я полуживой, да. Еду. О, я еще живой, оказывается. Сейчас я машинку найду. Да легко. Что ты? Блин, повезло вообще реально. Мне было написано, что ты мертв. Как-то так. Жизнь была, да, одна. А. Я просто машину взламывал, это за мной это банда остановилась сзади машинка. Все, ушли, да, походу? Походу, да, да. Они засали. Едем. Здесь аккуратненько. А, да, там можно как-то так проехать. Все. Я даже посалютировал еще напоследок. Что, дадут что-нибудь, не? Ну что, мы так завершили, так сказать. Не просто пакетик сперли, а целый грузовик курева. Тоже неплохо. Денег мало дали. Костры можно жечь теперь из сигарет. Денег реально вообще копейки, блядь. Да, не похоже. Че это они там зажопили, что ли, блядь? Ну, Ламар что прислал, то прислал. Ну что, спасибо за игру. Давайте выходим. Что, до завтра? Завтра рубанем, да? Да. Завтра ж, что, пятница? Да. Ага, ну отлично. Ага, давай, спокойной ночи. Спасибо за игру. Счастливо, ребят. Таким, как ты, тут не рады. А тут ты знаешь, что такое. Мэшик не помогут у people. The food is what you don't say to people. Да. Так, я тебе денег дам. Щелкни по какой-нибудь взятке и выберите количество денег, которые вы хотите вручить. 10 это сильно.